Скажи, пожалуйста, Андрей, почему в команде разлады, чего им не можете поделить между собой? Если честно, мы недавно вернулись, половина команды с города Москвы, участвовали в параде, вот, и поэтому немножко свыкаемся с командой. Небольшие разногласия есть, но они быстро устранятся с течением времени нескольких игр. У вашей команды было немало атак в этой игре. Почему не могли завершить их? Я думаю, все-таки реализация – это не наш конек, но все же мы стремимся к лучшему и процветаем. Хорошо. И с каким настроем вы ходили на игру? Вначале удалось забить очень быстро. Почему так получилось? Потому что вы сделали выводы из прошлой игры и решили все-таки собраться и выиграть эту игру. А потом игра остановилась и в середине потеряли преимущество. Почему так получилось? Вы сами уже заметили, что у нас были небольшие разногласия в середине. И поэтому произошел небольшой конфликт, и игра пошла в худшую сторону.